Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается Crystal Pyraminx, ну или Pyraminx Crystal, кому как больше нравится. Производится на момент записи видео только компанией QJ, и это смесь киломинкса и пирамидки. Кажется, две такие непохожие головоломки, но общие черты как раз сплелись в Crystal Pyraminx. Мы уже знаем, что есть пирамидка в виде кубика с такими движениями. Здесь можно сделать пиф-паф. Есть пирамидка в виде додекаэдра, ReadyMinx. Также можно делать пиф-паф такой вот и перемещать ребра по всем граням. Crystal Pyraminx тоже форма додекаэдра. Тоже здесь есть пирамидка. Можно делать вот такие вот движения. Но еще киломинкс, который нужно собрать. Здесь основу додекаэдра собирать не нужно. Перемещаются только ребра и разворачиваются углы. Здесь тоже собираются только ребра. Здесь же углы тоже перемещаются. Ну и соответственно здесь есть два этапа. Сборка киломинкса собирается точно так же, как обычный киломинкс. И сборка ребер. Нетрудно заметить, что здесь всего лишь два типа элементов. Это углы, как в киломиксе, просто чуть поменьше. Их ровно такое же количество. И на каждой грани есть 5 ребер, которые нужно расставить по своим местам и в нужной ориентации. Для того, чтобы собирать Crystal Pyraminx, нужно уметь собирать киломиксы. В этом видео я не буду подробно показывать этот процесс. В описании я оставлю ссылку на обучающее видео по киломиксу. Кто не умеет, можете посмотреть там. Но в принципе головоломка это несложная и собирается в основном интуитивно. Если вы владеете каким-то другим способом сборки киломинкса, то можете смело применять его. Разницы нет никакой. Ребра все равно потом собираются отдельно. Ну а для того, чтобы эти ребра собрать, мы будем применять пиф-пафообразные комбинации, в основном они интуитивные. Чтобы поменять три элемента местами, мы делаем либо левый пиф-паф, либо правый пиф-паф. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. Перемещаются вот эти три элемента. Если мы делаем правый пиф-паф, то вот этот элемент идет сюда, этот сюда, этот сюда. Получается, если нам нужно вот этот бело-фиолетовый поставить на это место, мы начнем с правой грани. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. Если нужно этот элемент поставить сюда, то начнем с левой. Ну, можно прослеживать не только вот эти перестановки, но и как меняются вот эти элементы. Пиф-паф можно делать не только так. Можно делать так, 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 так. И меняются вот эти три элемента. В обратную сторону вот этот поставим сюда. Начнем. Так, так, так и вот так. Можно делать движение не одним поворотом, а двумя, тремя. В зависимости от того, что требуется. Я могу вот этот элемент поменять вот с этим. То есть, так, так и на замену какой-то один из этих. Сделаю двойное движение вот такое. Здесь одно. Обратно, обратно. Поменялись вот эти три элемента. Разные комбинации мы будем и использовать при сборке. Специально показываю на собранном Crystal Pyraminx, чтобы было понятнее. Главное, одно движение в одну сторону, еще одно какое-то движение и следующие два движения, отменяющие первые. Также при желании можно делать дополнительные ходы, так называемые сетап-мовы, чтобы перемещать элементы, которые находятся совсем далеко, либо не в том положении. К примеру, я могу вот это ребро переместить сюда, сделать здесь пиф-паф, и отменить. В итоге у меня вот здесь появился элемент, который стоял здесь. Да, и вот эти как-то поменялись. Можем отменить.
и все вернется. Вот различные такие комбинации будем сейчас применять. При перемешивании головка форму не теряет, но нужно быть аккуратным, иногда элементы застревают и может заклинить. Ну, чаще всего проблем не возникает. Просто вращаем как киломинкс, отдельно ребра перемешивать не нужно. В перемешанном состоянии выглядит, конечно, более пестро и ориентироваться сложнее. Но нужно различать всего лишь два вида элементов, поэтому мы должны справиться. Вот ребра двухцветные, вот углы трехцветные. Для начала нам нужно найти 5 трехцветных углов с белым цветом. Можно начинать с другого, но я буду с белого. И поставить их на какую-то грань в нужном порядке. Буду параллельно показывать на киломинксе, чтобы было больше понимания, что происходит. Поставили как-то 2. Еще вот этот белый на примете. Ищем какой-нибудь еще. Вот такой. Так. Просто интуитивно ставим. Максимум используем пиф-пафы. Вот. Собрали первый слой. То же самое делаем на кристалл пирамиксе. Если этот этап вызывает трудности, посмотрите видео по сборке киломинкса. Здесь вот уголок бело-фиолетово-желтый с логотипом. Рядом с ним нужно поставить какой-нибудь бело-желтый. Ищем его. Вот бело-фиолетовый. Это не белый, вот бело-желтый. И возвращаемся к тому бело-фиолетовому. Вот они. Просто какими движениями стараемся их совместить. Вот отсюда. Так вот нехорошо, то есть цвета не совпадают. Подвинем назад. И вот так вот повернем. Вот первые два угла собраны. Да, между ними пока неправильное ребро, но ничего страшного. Соберем потом. Дальше нужен бело-синий уголок. Это не он. Не он. Вот он. Поближе его подводим. Здесь белый цвет направлен вправо. Можно сделать пиф-паф. Вон 3 хода от него. Так. Следующий бело-красный. Это бело-зеленый. Вот бело-красный. Пока у нас здесь не собрано, можно просто опустить. И получаем, что остается всего лишь один. В таком положении делаем пиф-паф. Так, получилась вот такая пятиконечная звезда с брешами. Но первый слой киломинкса собран. Дальше мы собираем либо вот эти два слоя сразу. Раз, два, три, четыре, 5 углов и 5 вот этих. Либо по отдельности, кому как удобно. Я соберу так, как показано в моем методе для начинающих. Ну вот сюда нужен зелено-фиолетовый угол. То есть собираем уголки, которые над белыми. Вот эти. Вот эти пока не собираем. Здесь нужен зелено-фиолетовый. Белую грань держим слева. Вот зелено-фиолетовый. Но он не той стороной. Делаем двойное движение. Перекидываем. И подводим. Теперь он стал хорошо. Перехватываем. Здесь нужен зелено-красный. Зелено-красный здесь. Его аккуратно отсюда извлекаем, чтобы ничего не сломать. Ставим, подошел сразу. Здесь синий-красный уже стоит. Здесь нужен синий-желтый. Подвигаем поближе. Стоит не так. Делаем раз, два. Отсюда перекидываем. И вот сюда. Все равно не так. Повторяем. Раз, два. Перекидываем. Развернулся. Ну и фиолетово-желтый нужен. Так. Так. Не хочет. Значит. Перекидываем. Встал хорошо. Вот у нас получился собранный второй слой. Будем его так называть.
То есть 5 уголков над белыми. Делаем здесь то же самое. Ну, начнем с того же. Зелено-фиолетовый. Искать сложнее, поэтому получится медленнее. Зелено-фиолетовый угол. Вот он. На ребра не обращаем никакого внимания. Подводим сюда. Цвета совпали. Очень хорошо. Следующий зелено-красный. Вот зелено-красный. Чтобы этот не сломать, отводим сюда. И ведем аккуратно к нужному месту. Видим, цвета не совпадают. Ребро мешает. Но зеленый и красный видно, что разные. Делаем раз, два. Перебрасываем. Сюда. Не те. Раз, два. Перебрасываем. Стало хорошо. Третий уголок. Синий-красный. Вот синий-красный угол. Цвета не совпали. Раз, два. Вот он здесь. Перекидываем. Ставим. Хорошо. Дальше сине-желтый. Сине-желтый рядышком. Сразу совпал. Ну и фиолетово-желтый. Вот оно. Цвета не совпадают. Раз, два. Перекидываем. Раз, два. Еще раз. Раз, два. Перекидываем. Раз, два. Это можно делать гораздо быстрее, если, ну, сразу довернуть нужной стороной. Я показываю самым простым способом. Не обязательно повторять именно так. Получаем собранный второй слой. Да, видим вот такие вот 4 лепесточка на каждой грани. Ну, нужно добавить сюда еще. Вернемся к киломинксу. Находим на грани, которая противоположна белой, вот это, серая, уголки без серого цвета. Вот бежево, синий, зеленый. Вот такое место. Зеленый сверху. Делаем 3 пиф-пафа. Ну или какой-нибудь аналогичный алгоритм. На месте. Желтый, зеленый, оранжевый. Ищем такое. Желтый. Здесь желтый и желтый слева. Делаем обратно пиф-паф. Красный, бежевый, розовый. Ситуация аналогичная. Обратно пиф-паф. Фиолетовый. Это не здесь. Вот здесь. Нижний цвет фиолетовый. Вот он. Делаем 3 пиф-пафа. Пиф-пафы здесь уже, которые из кубика 3 на 3, не из пирамидки. Что осталось? Вот этот синий. Синий, синий, синий вверх, 3 пиф-пафа. Так, повторяем тут. Вот здесь все серые уголки должны быть. Ищем без серого цвета. Вот, бежевый, голубой, зеленый. Как раз вот эти цвета, ребра мешают это видеть, но бежевый, голубой, зеленый. Нижний цвет зеленый, он тут слева, делаем обратный пиф-паф. Так, смотрим, совпадает. Получилось 5 лепестков. Дальше, розовый, зеленый, синий. Это здесь зеленый, розовый, синий. Подворачиваем сюда. Нижний цвет синий. Делаем обычный пиф-паф. Ну, 3 хода от него. Это серый. Вот. Зеленый, оранжевый, желтый. Оранжевый, желтый, зеленый. Нижний цвет желтый,
Он тут сверху. Делаем 3 пиф-паф. Один. Два. Три. Стало хорошо. Вот этот без серого цвета. Поставим его сюда. Фиолетовый. Фиолетовый. Он слева, ну или спереди. Делаем обратно пиф-паф. Проверяем. Так, так. Все. Дальше нужно развернуть вот эти уголки. Два уже развернуты. Можно использовать алгоритмы Oilwell, но я специально разверну одними пиф-пафами, чтобы не перегружать тех, кто не знает эти алгоритмы. Берем серую грань слева сзади, вот здесь. Вот этот уголок разворачиваемый. На него смотрим серый сзади, значит делаем два пиф-пафа. Один, второй. Развернулся. Ну, если сзади два пиф-пафа, если сверху четыре. Делаем два. Ну, здесь все будут сзади. И все, развернулось. Смотрим здесь. А здесь развернут только один уголок серым цветом. Нам придется разворачивать все четыре. И это грустно, но куда деваться. Oilwell использовать не будем, будем крутить пиф-пафы. Серая грань должна быть здесь. Располагаем. Смотрим вот на этот уголок. Серый сзади. Значит, два пиф-пафа. Один. Второй. Так, развернулся хорошо. Подворачиваем следующий. Здесь серый сверху. Делаем 4 пиф-паф. Один. Два. Три. Четыре. Следующий. Вращаем именно серую грань. А здесь собрано. Пропускаем. Здесь серый сзади. Делаем 2. 1. 2. Развернулся. Следующий серый сверху. Делаем 4. 1. 2. 3. 4. И видим, что все развернуто. Дальше здесь очень тяжело ориентироваться на вот этих уголках, поэтому более подробно покажу, как собирать верхний слой, вернее, переставлять углы. На Киломинксе у нас тут все уже собралось, но есть три возможных ситуации, которые решаются одним алгоритмом. Основная ситуация. Есть блок из двух углов одинакового цвета, ну и, очевидно, будет второй такой же блок. Нужно один расположить слева, другой справа, сзади. И выполнить следующее движение. Два раза поворачиваем правую грань, два раза верхнюю против часовой. Правую в обратную сторону, верхнюю один раз против часовой. И повторяем. Два раза правую, верхнюю против часовой. Правую обратно, один раз против часовой. Ну, здесь остается довернуть, и у нас киломинкс собран. Если блока нет, нет двух углов одинакового цвета рядом, должны быть глаза, вот такие. Один цвет на передней грани, другой цвет на правой. И вот так они. Здесь цвет другой, а вот эти должны совпадать. Такие глазки. Либо так они выглядят, либо вот так, да, с двух сторон. Из такого положения, один глазик перед нами, второй справа, мы делаем тот же самый алгоритм. Два раза правую, верхнюю против часовой дважды. Правую обратно, верхнюю один раз. Правая туда, два раза верхнюю, правая обратно, верхняя один раз. И появляются блоки, которые мы решаем уже привычным алгоритмом.
один слева, другой справа, сзади. Если получилось вот так, что этот слева, а справа, сзади здесь нет блока, он здесь, просто нужно перехватить, да, в такое положение. Ну, или повернуть верхнюю грань. И тогда соберется. Ну и бывает ситуация, когда глаз нет. То есть разные, 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 разные. Мы просто делаем из любого положения этот же алгоритм. И глаза появляются. Ну, они могут не здесь появиться, там на других гранях, но они точно появятся. Располагаем один перед собой, другой справа. Делаем еще раз. Появляются блоки. Берем один слева, другой справа, сзади. И с третьего раза верхний слой соберется. Специально подробно показал именно на киломинксе, так как на кристалл пирамингсе здесь очень тяжело ориентироваться по цветам. Но мы попробуем. Вот цвет и вот цвет. Это глаза. Мы видим, что блоков нет. Да? Ну, глаза есть, уже неплохо. Вот такие глаза есть, и вот синие глаза есть. Берем один глаз перед собой, второй справа, и делаем алгоритм. Два раза правую, верхнюю два раза, правую обратно, верхнюю один раз. Два раза правую, верхнюю дважды, правую обратно, верхнюю. Появился блок. Синий-синий. И вот еще один. Берем, неважно, что здесь зеленое ребро есть, цвета совпадают, мы смотрим пока только на углы. Один блок слева, другой справа, сзади. Делаем тот же алгоритм. Два раза правую, два раза верхнюю. Правую обратно, один раз верхнюю. Два раза правую, два раза верхнюю. Правую обратно, один раз верхнюю. Этот ход можно было не делать. Уже все собралось. Этап киломинкса завершен. Остается только собрать ребра. На самом деле можно ребра, к примеру, одного слоя белого, собрать после того, как собран первый слой. А сюда поставить сразу 5 ребер. И на примере сборки я покажу именно так. Сейчас же я показываю, как с полностью собранного киломинкса мы начинаем собирать по порядку все ребра. И здесь мне показалось удобным собирать по слоям. Сначала белую грань, потом вот эти ребра, потом вот эти, потом вот эти, и только потом верхние. И здесь помимо пиф-пафов нам потребуется один алгоритм для разворота верхних ребер, который тоже делается одними пиф-пафами. Но дойдем до этого позже. Начнем с белых ребер. Выберем сначала какие-то удобные. Но их тут особо нет. Вот у нас есть бело-фиолетовые, которые можно повернуть в удобную позицию. Но здесь не фиолетовое место. Поэтому я подверну сюда место. Главное не забыть потом отменить эти дополнительные ходы. То есть я повернул вниз и повернул вот эту грань. Вот это ребро можно поставить сюда. Цвет, который вот здесь, будет снизу. Поэтому начинаем с левой стороны. Раз, два, три, четыре. Причем я нижнюю грань оставлю, а вот эту верну. Сейчас нижняя будет еще много раз вращаться. Ну, при желании можно, конечно, вернуть. Будет вот так. Дальше. Вот синий. За одно движение, да, не попадает на свое положение. Тогда мы можем сделать вот такой вот поворот дополнительный. И отсюда уже хорошо становится. Если белый перед нами, то встанет хорошо. Справа делаем правый пиф-паф. И отменяем вот это движение. Хорошо. Дальше. Красный перевернут. Поставим пока кого-нибудь другого.
вот зеленый. Поступим с ним так же. Сюда пододвинем. И подвернем здесь зеленое место. Белый перед нами. Делаем левый пиф-паф. Главное вернуть. Что у нас осталось? Желтый и красный. Желтый вот. Красный вот. Оба в неудобных положениях. Пока верну низ. Посмотрим. Красный должен быть здесь. И если мы ребро поставим вот на такой какой-то уровень, да, здесь, здесь, то хорошо встанет. Тогда я просто поверну вот так. Из этого положения ребро может встать сюда. Для этого я делаю такое двойное движение. Ставлю на место. Движение справа, неважно какое. Отменяю первое движение. Отменяю второе. Красное ребро на месте. Смотрим на желтое. Так. Ну, здесь можно поступить аналогично. Но если я поверну вот так, будет не та сторона. То есть желтое станет снизу. И это плохо. Можно повернуть вот так. Тогда получается тройное вот такое движение, ну или двойное в другую сторону, позволит нам поставить этот элемент. Так. Здесь одно движение. Так. Так. Вместо тройного движения на себя можно было сделать двойное от себя, но это не так интуитивно. Собрали первый слой. Это всегда несложно. И бывает сильно проще, чем получилось сейчас. Смотрим дальше. Надо это только довернуть. Не до конца получилось. И тут какие-то стоп-мовы не отменились. Проверяем. Киломинг собран. Все хорошо. Ничего не сломано. Первая сторона собрана. Переходим к сборке второго слоя. Собирать будем вот эти ребрышки. И только их. На другие внимания не обращаем. Вот, к примеру, есть сине-желтое. Хорошо будет стоять вот здесь. Здесь свободно. В перестановке участвует только три вот этих ребра. Раз, два, три, четыре. Так. Дальше ищем фиолетово-желтое. Оно очень далеко. Можем сделать вот такой вот страшный сетап мув. Какой страшный, всего лишь два хода. Здесь сделать пиф-паф и потом сетап мув отменить. Вроде мы ничего не ломаем. Так. И отменяем эти два движения. Дальше. Зелено-фиолетовое ребро. А вот здесь видно, ребро собрано, но не пытаемся его сохранить. Сохранится хорошо, нет, ну и ладно. Зелено-фиолетовое. Вот оно. Еще дальше. Давайте его сначала поближе подведем. Через эти три ребра я сейчас это представлю сюда. Сначала место сюда подведу, поставлю ребро, верну, верну. Постоянно проверяем, что киломинг собран. Теперь зеленый. Если я поверну вот так, здесь цвета будут совпадать, а нам нужно, чтобы были разные. Чтобы сюда поставить фиолетовый. Значит, можно отвернуть вот так, и ребро развернется. Тут свободно. Делаем двойной ход. Тут один. Двойной обратно. Один обратно. И отменяем setup move. Дальше смотрим. Здесь зелено-красное ребро нужно. Вот оно. И удобней здесь подвернуть место, сделать пиф-паф и место вернуть. Так. И теперь место
Возвращаю. Следующий. Синий-красный. Синий-красный элемент вот здесь глубоко. Его опять сначала подведем поближе, безопасно. Чтобы не запутаться. Теперь удобнее опять подвести место. Сделать пиф-паф. И вернуть обратно. Так, второй слой собран. Эти вертикальные, неудобные, поэтому собираем аккуратно. Вот это сохранилось, хорошо, повезло. Ну, давайте от него и плясать дальше. Здесь должно быть бежево-красное. Ищем его, вот оно. Его нужно развернуть. Разворачиваем. Делаем пиф-паф. Но смотрите, зелено-фиолетовое подошло сюда, мы помним, что его собирали. Чтобы его не портить, мы вот это ребро будем заменять вот на это. Не на зелено-фиолетовое, а вот на это. Не собранное. То есть ставим сюда. Здесь двойное движение. И это отменяем. Здесь двойное движение обратно. Тогда зелено-фиолетовое сохранилось, и мы спокойно его возвращаем. Да, вот на это место. Так, здесь розово-красное. Мы можем переставлять и отсюда сюда тем же алгоритмом. Просто в обратную сторону его делать. Меняя это и вот это. Но в этом положении у нас цвет будет не тот. То есть надо будет развернуть. Поэтому я сначала поставлю его наверх. Таким вот задом наперед пиф-паф сделаю. А здесь уже разверну и поставлю на место. Так, вот красный цвет появился. Ставим сюда. Заменяем. Обратно. Обратно. И не забываем отменить Setup Move. Так. Здесь синий-розовый элемент. Вот он. Можем вот так его подвести, но цвет не тот. Значит, нужно его развернуть. Но вот отсюда неудобно. Но можно сделать вот так. Вот эти три будем менять. Стало хорошо. И возвращаем. Не в ту сторону покрутил. И вместо двух движений сделаю три. Продолжаем. Здесь. Вот белая грань, она все время снизу. Вот это зелено-синее. Зелено-синее ребро. Вот оно. Неудобно стоит, поэтому опять давайте его сначала поближе. То есть через это и вот это. Место, ребро, обратно, обратно. Смотрим, сторона не та. Разворачиваем. И отсюда сюда. Так, так. Все движения обратно. Вот так. Сломали там зелено-оранжевый. Но мы его вроде еще и не собирали. Дальше. Зелено-желтый. Вот он. Отсюда встанет. Два движения. Становится на свое место. Или нет? Нет, здесь место желто-оранжевое. А зелено-желтое здесь. Не на свое становится. И это плохо. Давайте опять его сначала поближе. На серую грань перекинем. А тут уже разберемся. Вот отсюда становится хорошо на свое место. Так. Дальше ищем желто-оранжевое. Это ребро здесь. Если мы повернем его вот так, будет не той стороной. Если повернем его вот так, будет нормально.
двойное движение, одно, двойное обратно, обратно. Возвращаем setup move, да, хорошо. Так, здесь остается фиолетово-оранжевое, вот оно, но стоит неудачно. То есть мы можем вот отсюда сюда переместить, но в той же ориентации, да? То есть могли бы сделать вот так, нет, не так, сначала сюда, потом сюда, потом вот сюда. Но видите, не та сторона, поэтому пока это верну. Перекидываем сюда наверх куда-нибудь, но здесь уже собрано, ломать не хочется. Ставлю так, выбиваю так, обратно, обратно. И вот у нас это ребро. Его нужно развернуть под левую грань. Вот фиолетовое. Ставим сюда. И возвращаем. Остается вот здесь вот два на этом слое. Фиолетово-голубое. Вот как раз тот случай. Голубое. И здесь должно быть голубое. Фиолетовое, сюда фиолетовое. Можем отсюда переставить сюда, на соседнее ребро. Для этого при помощи вот этого места. Так, так, обратно, обратно. Становится сразу хорошо. Здесь голубое-зеленое. Вот оно. Зеленое должно быть вот так. Делаем здесь двойное движение. Одинарное. Обратно. Обратно. Отменяем. Так, что получается? Ну, четыре слоя собраны. Раз, два. Нет, пока три. Первый, второй, третий. Вот это будет четвертый. Самый неприятный. Ну и пятый полегче. Как будем поступать здесь? Ищем наверху ребра без серого цвета. Вот, зелено-розовое. Определяем место. Вот оно. Это место мы можем повернуть наверх как таким образом, чтобы розовый был спереди, так и вот таким, чтобы зеленый был спереди. В зависимости от того, какой стороной у нас лежит нужное ребро. Розовое. Значит, нужно розовым цветом место сюда выдвигать. Но лежит некрасиво, неудобно. То есть я когда буду выдвигать, ребро сдвинется. Поэтому сначала будем ребро перемещать. Допустим, вот сюда. Или лучше вот сюда. Да? Для этого место, ребро, обратно, обратно. Теперь ребро должно жить вот здесь, розовым цветом сюда выдвигаем, вот здесь вот розовое и вот розовое, делаем пиф-паф. Так, ну и возвращаем движение. Так, это есть, ищем следующее, вот бежево-розовое. Если, кстати, все кончились, мы просто достаем отсюда какое-то не серое ребро теми же движениями, пиф-пафами. Так, бежево-розовое. Розовым цветом хорошо должно встать. Вот, нет, не розовым, а бежевым. Бежевый цвет и вот бежевый. Делаем пиф-паф. Возвращаем. Дальше. Здесь есть бежево-голубое. Голубой цвет. Голубой. Берем вот так. Не переживаем, что серое ломается. Успеем его собрать. Дальше. Не пытаемся найти, какое вот здесь нужно. Или здесь. Да? А смотрим только, которое есть. Есть вот здесь зелено-оранжевое. Его нужно поставить вот сюда.
И отсюда его сначала нужно убрать. Берем, просто делаем пиф-паф. Теперь оранжевый цвет спереди должен быть. Делаем пиф-паф. Так, что остается? Остается вот здесь вот элемент. Так, ну у нас сложной ситуации не возникло, давайте я его смоделирую. Сейчас вот сюда элемент поставлю специально не той стороной. Вот. Можно, конечно, это потом развернуть в конце, но давайте посмотрим, как справляться. Наступил момент, когда сверху все ребра серые, а здесь еще не собрано. И либо это одно ребро перевернуто на своем месте, либо два местами поменялись. В любом случае, мы должны это ребро отсюда извлечь. Выводим его на верхнюю грань и просто делаем пиф-паф. Но потом ставим на свое место. Нам нужно, чтобы он синей стороной выходил сюда. Синяя здесь. Но тогда мы его сдвинем, если будем так делать. Сначала поменяем ему позицию. Если мы поменяем, да, как-нибудь вот так. А, вот сюда. Теперь подворачиваем место синей стороной. Делаем пиф-паф. Не в ту сторону, вот так. И вот у нас собрано все, кроме верхнего слоя. Дальше. Здесь нам нужно расставить ребра по своим местам, не обращая внимания на их ориентацию. Их потом можно развернуть. Причем, если ребра изначально не собраны, не надо делать так, чтобы они собраны стояли рядом. Надо, чтобы собраны стояли напротив. Либо вот так, либо вот так. Если вообще никакие ребра не собраны, то любым пиф-пафом можно собрать. Да, видим какое-нибудь ребро. Вот это зелено-серое. Левым пиф-пафом можно поставить вот сюда. Да? Но нам сейчас это не нужно. Нам нужно поставить ребро либо сюда, либо сюда, либо сюда. Ну, напротив. Напротив вот этого бежево-серого вот эти два места. Напротив серо-розового вот эти два места. Да? Нам нужно сохранить одно из них и напротив поставить. Удачно было бы поставить вот сюда, сразу напротив двух. Но здесь должно быть оранжевое. Ну, давайте поставим. Вот у нас место, вот ребро. Этим ребром пожертвуем. Так, 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 так. И вот розовое собрано и оранжевое. Хоть перевернуто, но стоит на своем месте. Дальше, если собраны два ребра напротив, остальные три соберутся легко. Если же собраны два ребра рядом, пиф-пафами, ну, не получится собрать три оставшихся, не нарушив эти два. Мы сейчас одним пожертвовали, получили хорошую ситуацию. Эти два на местах. Ну, два сверху, одно снизу. С какого начать? Ну, видимо, с зеленого. Да, чтобы встало сюда. Делаем левый пиф-паф. И получаем почти все собрано. На верхнем слое, если Crystal Pyraminx собран не полностью, может быть всего три ситуации. Вот самая простая у нас получилась. Нужно развернуть два ребра, которые находятся рядом. Есть еще две ситуации. Два ребра напротив и четыре ребра нужно развернуть, но не решается точно так же. Просто больше раз повторить. Что мы здесь делаем? Располагаем неправильные развернутые ребра сзади. Перед собой грань, уголок задней стороны. И вот два ребра, которые нужно развернуть. Удобно уже поставить Crystal Pyraminx на стол. Делаем правый пиф-паф. Начинаем пиф-паф справа. Перехват. Еще один правый пиф-паф. Перехват. Делаем левый пиф-паф. Перехваты были в одну сторону, теперь перехват обратно.
И снова левый. И разворачиваются два вот этих задних ребра. Покажу еще раз на собранной головоломке. То есть вот эти два ребра у нас развернутся. Это голубое и бежевое. Делаем пиф-паф. Перехват против часовой. Еще один такой же пиф-паф. Перехват против часовой. Теперь пиф-паф слева. Перехват уже в обратную сторону. И еще один пиф-паф слева. Бежевые и голубое развернулись. Вот ситуация, когда нужно развернуть 4 ребра. Все стоят на местах. Делаем то же самое, просто дважды. Причем надо разворачивать вот так и вот так. Да? Если мы развернем вот эти два, то потом вот эти два оставшихся придется алгоритм делать дважды. То есть того три раза придется. Поэтому начинаем с краешку, чтобы осталось два рядом. Два вот этих ставим сзади. Делаем правый пиф-паф. Перехват. Правый. Еще перехват. Теперь левый. Перехват обратно. Левый. Развернулись два ребра. Разворачиваем теперь вот эти. Ставим их сзади. Делаем правый. Перехват. Снова правый. Перехват. Левый. Перехват обратно. Снова левый. Все собралось. Ну и неприятная ситуация. Всего лишь два ребра нужно развернуть, но они стоят напротив. И здесь часто, выполняя даже тот же самый алгоритм, можно ошибаться и получать точно такое же положение. К примеру, если мы развернем два вот этих ребра, это станет хорошо, а это развернется, и будет два неправильных. Также будет, если мы развернем два вот этих ребра. Это станет хорошим, это станет плохим. Нужно разворачивать так, чтобы развернулось одно неправильное и то, которое ближе ко второму неправильному, чтобы осталось два вот этих неразвернутых. А значит, берем одно слева, другое справа, ну или вот так. Все одно разворачивается и одно между ними. Давайте из этого положения сделаем тот же самый алгоритм. Развернуться два вот этих ребра. Правый. Правый. Левый. Левый. И вот знакомая ситуация. Делаем то же самое. Правый. Правый. Левый. Левый. Последний перехват в другую сторону. Crystal Pyraminx собран. Покажу еще пример сборки для закрепления, где первые белые ребра соберу, не собирая весь киломинкс. Сейчас соберу немножко в другом порядке. Сначала углы киломинкса, потом белые ребра, а потом уже остальной киломинкс. Мне так кажется удобнее. Так. Так. Вот этот уголок, его бы поставить вот сюда. И еще один, вот этот. Ну, поставим сюда вот таким нехитрым способом. Дальше. Не собирая остальные углы, я пособираю ребра. Чем это удобно, не приходится возвращать сетап-мовы. Те, которые мы делаем сверху. Вот зеленый, сразу сюда. Дальше. Вот синий, сразу сюда. Так, фиолетовый пока подождем. Сейчас сам извлечется. Так. Вот он фиолетовый. Просто вращаю в удобную позицию. И ни о чем не задумываюсь. Ставлю.
и сюда желтый. Но здесь сложных стоп-мовов не потребовалось, но если их издалека тащить, то это получается быстрее. Причем при сборке киломинкса в дальнейшем вот это не разрушается. Но если мы поставим вот здесь вот углы и попробуем собрать вот здесь вот, то мы что-то сломаем. Поэтому дальше смысла нет. А собираем дальше уголки, потом вернемся к ребрам. Так, вот этот. Дальше. А вот у нас тут зелено-красный стоит удобно. Уголок с зеленым цветом я тоже сразу поставлю. Чуть побыстрее буду этот этап делать. Здесь красный. Красный, но красно-бежевый нужен. Вот этот. Потом вот этот. Теперь с синим. Нет, это не он. Вот этот синий. Так, вот этот отсюда извлечем. Вот так. И сюда фиолетовый. Так, ну и остается еще один. Да. Остается верхний слой. Здесь можно заметить, но я немножко упрощу жизнь, сделав рыбку. Кто не знаком с рыбкой, можно все дальше делать пиф-пафами. Так. И вот получается знакомый ойлов, который я тоже сделаю. И вот все развернуто. Блок, блок. Один слева, другой справа, сзади. Делаем алгоритм. И вот этап киломинкса собран. Ну, еще у нас есть белая грань. Ну, а теперь собираем остальное. Сразу вижу фиолетово-желтый. Вот его место. Ставим сюда. Здесь главное не забывать возвращать с этап мовы. Ну, и чтобы не заклинило еще. Так. Дальше зелено-фиолетовый ищем. Вот этот. Фиолетовой стороной его сюда подворачиваем. Делаем пиф-паф. Это возвращаем. Зелено-красный. Нужна зеленая сторона. Делаем пиф-паф. Возвращаем. Синий-красный. Синий-красный, он оказался сзади, но мы его и отсюда настигнем. Сейчас вот это место переведу сюда и вставлю ребро. Так, дальше сине-желтый, сине-желтый, вот он сине-желтый. Можно было сделать так же, но синий-красный тут уже стоит, не получится. Поэтому давайте более гуманно. Я его отсюда извлеку. Вас переведу поближе. И уже вот здесь будем ее вставлять. Но опять синий-красный мешает. Да? Перестановка была бы вот такая. Поэтому удобно идти по кругу. Придется его выдвигать еще дальше. Неудачно переместил. Вот сюда вот. И отсюда уже поставим на место. Так, второй ярус готов.
Собираем дальше. Что видно? Видно, вот фиолетово-оранжевый должен здесь стоять, но не той стороной. Поэтому сначала его переместим сюда. Тут развернем. И через двойное движение поставим на место. Аккуратно. Так, тут есть. Дальше. Фиолетово-голубое. Вот оно. Далеко. Давайте его поближе сначала. Отсюда видно, что нужно развернуть. Делаем двойное движение вот такое. Фиолетовым. Сюда встанет. Так. Так. Главное созидать и ничего не разрушать. Сюда зелено-голубое. Вот это. Далеко. Давайте поближе. Надо развернуть. Двойное. Одно. Обратно. Обратно. Так, дальше. Вот. Цвет нужный. Просто переместить сюда. Переносим место сюда и вставляем туда ребро. Место. Ребро. Обратно. Обратно. Бежево-красные. Бежево-красные. Вон как далеко. Но я сделаю вот такой вот setup move. Сюда вставлю бежево-красные. Заменю вот на это. Верну 2, верну 1 и отменю setup move. Вот такая же ситуация. Переставить на соседнее место, в него ребро, обратно, обратно. Сине-розовые. Вот. И нужно синим вниз. Некрасиво. Некрасиво. Давайте его отсюда достанем сначала. Так, теперь синим вниз надо развернуть. И поставить. Так, дальше зелено-синее. Вот, легкий стоп-мув. Левый пиф-паф. Так, что у нас остается? Вот эти два. Ну, оранжево-желтое ставится сразу. Зелено-желтое. Делаем легкий setup move. И отсюда ставим. Так. Вот собрали уже раз ярус, два ярус, три ярус. Собираем четвертый. Находим сверху. Вот зелено-розовое. Его надо ставить сюда. Но сначала переместим туда. Так, так. Зеленой стороной здесь. И отменяем. Дальше, кто сверху? Зелено-оранжевый. Зелено-оранжевый. Придется перемещать. Переместим сюда. И тогда можно зеленой стороной выдвинуть. И сюда поставить. Так, бежево-розовый. Розовой стороной выдвигаем. Сюда ставим. Стерео сломалось, не страшно. Бежево-голубой. Но нужна бежевая сторона. Это здесь придется переместить. Давайте переместим сюда. И отсюда уже... А нет, плохо переместил.
Надо вот сюда. Так. И бежевой стороной, чтобы она спереди была. Возвращаем. Остается одно ребро. Вот оно. Так, ну, куда-нибудь его подальше. Вот сюда. Синей стороной. Вот сюда ставим. Так, четвертый ярус готов. Расставляем по местам противоположные ребра. Смотрим, никого на месте нет. Давайте кого-нибудь поставим. Ну, поставить можно, вот, к примеру, серо-оранжевое, либо вот это. Так, поставились два рядом. Два рядом — это плохо. Надо поставить какой-нибудь напротив. Я могу поставить вот сюда вот это розовое. Сломаем вот это. Ну, ничего страшного. Так. У нас два напротив стоят на своих местах. Оранжевое, розовое. Но перевернутое. Собираем три оставшихся. Зеленое первое. Тут всегда в один пиф-паф решается. Ну, вот получили неприятную ситуацию, когда два напротив нужно развернуть. Разворачиваем сначала два вот этих, потом два вот этих. Пиф-паф справа, перехват, пиф-паф справа, перехват, пиф-паф слева, перехват, пиф-паф слева. Два этих разворачиваем из этого положения. Справа, перехват, справа, перехват, левый пиф-паф, обратно, левый пиф-паф. Кристалл Пирамикс собран. Интересная головоломка. Одними пиф-пафами собирается. Но в конце нужно вот этот алгоритм по развороту все-таки знать. Вывести его сложно, хотя есть и другие способы разворота этих ребер. Но они более трудоемкие, пиф-пафами проще. Собирать можно, конечно, и гораздо глубже, просчитывая головоломку. И будет получаться быстрее, но я постарался показать максимально доступный способ. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.